Стоимость путевок на вылов семги вернулась на уровень прошлого года. Ранее глава региона обратился к руководству Росрыболовства с просьбой снизить цену на вылов этого вида рыбы для рыбаков-любителей Ненецкого округа. Буквально вчера подведомственное Росрыболовству федеральное учреждение «Главрыбвод» снизило стоимость путевки на семгу до прежних 2000 рублей. Рыбаки новость восприняли положительно. Сегодня на получение лицензии в местном отделении «Главрыбвода» образовалась приличная очередь. Туда и отправилась наша съемочная группа. Вдвойне приятная новость для рыбаков-любителей. Это начало выдачи разрешений на добычу других видов рыб, например, сиговых. Положительного решения этого вопроса в Росрыболовстве также добивались власти округа. Виктор Урочев – рыбак со стажем. Сегодня с утра пораньше он пришел получить лицензию на вылов сига. Удешевление лицензии хоть и незначительное, но все же. Главное, теперь ловить можно. Зачастую, говорят рыбаки, затраты на рыбалку, особенно на семгу, себя не окупают. Бензин, снасти, да еще и рыбацкое счастье не всем улыбается. Когда оправдают, когда нет, дело такое. Когда хорошо, а когда и пустой. А в этом году как у вас? Да, я всего два раза ездил. И один раз более-менее, а второй раз пустой. За какую лицензию вы сегодня пришли? Сколько на сига стоит? Не давали до этого просто. Полторы на сига. Мы будем думать, значит? Потому что надо включать расходы сети, бензин и пропитание. Плюс проезд у города ближе, Чайкино, соответственно, дальше. Расход бензина выше. Поэтому так. Плюс в цене на путевку, на все остальные расходы. Страсти по семге разгорелись в начале рыболовного сезона, когда федеральное ведомство неожиданно для рыбаков-любителей из Ненецкого округа взвинтило стоимость путевок на вылов атлантического лосося на 50%. Власти округа не остались в стороне. Активно отстаивали интересы местных рыбаков. В результате стоимость путевки понизили. В 2019 году в соответствии с решением комиссии по регулированию добычи надромных видов рыб в Ненецком округе рыбаки-любители могут выловить 3,5 тонны атлантического лосося. Вот. Приняли решение снизить стоимость по семге почти в полтора раза на 25%. Это деятельность нашей компетенции, компетенции филиала, что было реализовано на днях. Стоимость услуги по организации любителей создалась по одному договору путевки около 2000 рублей. Спасибо. И прочим частиковым видам рыб, жеребушки, 1500. Напомним, период разрешенного любительского лова семги продлится до 15 октября на двух рыбопромысловых участках – Городской и Чайкино. Ольга Русол, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».